А в 90-е годы прошлого века этот дом культуры Забайкальский закрывали. И вряд ли бы кто-то мог подумать, что сегодня здесь будут транслировать фильмы. Совсем скоро в обновленном зале покажут картины местных режиссеров. ДК Забайкальский стал одной из площадок, где пройдет первый фестиваль бурятского кино. Александра Енина, бессменный руководитель ДК вот уже 20 лет, показывает старые кресла актового зала. Они отжили свое, а новые уже в пути. И прибудут в ДК аккурат к фестивалю кино. К нему же и поменяется одежда сцены. Так что смотреть фильмы местных режиссеров зрители Забайкальского, а в дни фестиваля их здесь ожидают несколько сотен, будут с комфортом. Просто все-таки жители вашего Забайкальского знают вообще, что в Бурятии снимаются фильмы, что бурятский кинематограф сегодня жив? Да, обязательно знают. Они знают даже актеров вот этого кино. И бывают обсуждения, которые дети приходят сюда в клуб, да, вот я слышу, они обсуждают вот эти фильмы, обязательно знают. Всех известных героев. Всех там. Известных героев. И обсуждают не каких-то американских, да, а вот именно наших. Знают наши фильмы и дети со станции «Дивизионной». На Байкал. На Байкал 2, Байкальские каникулы, Чайник. Много фильмов. Сейчас снимают новый фильм «Эластика». У нас там на морзаводе. Его уже сняли, кстати, и уже он идет в кинотеатрах. Ты знала? Да. Я думаю, достойные. Вот бурятские фильмы, они более юмористические. Фестиваль обещает показать не только комедийные бурятские ленты. 10 современных режиссеров представят и драмы. Все фильмы можно будет посмотреть бесплатно в домах культуры самых отдаленных микрорайонов города. Это очень важно, что вот именно за это время неделя бурят охватывает именно наши дальние какие-то районы. И для людей, которые живут здесь, которые редко иногда выезжают в город. Это для того, чтобы мы обратили внимание на... И на состояние, и на то, в каком состоянии находятся наши клубы. Не останутся в стороне от показа и большинство кинотеатров города. Уже сегодня фестиваль приветствует те, кого мы привыкли видеть с больших экранов. Я приветствую кинофестиваль, который будет проходить в Бурятии. И радуюсь за Бурятию, что наконец-то в Бурятии будут кинофестивали. Это так необходимо. Помимо Александра Панкратова-Черного на фестиваль в Улан-Удэ приедет и известная актриса Юлия Аук, а также команда документалистов из Петербурга. Мария Латышева, Андрей Дармаев. Новости дня.